кстати, здесь нет. Молодой человек. Как себя чувствуешь? Как себя чувствуешь? Это рука, не телефон, молодой человек. Алло. Это рука, не телефон. Да. Алло. Документы, будьте добры. Руки переберите. Документы где у вас на машине? Держи. Сигарету говорите. Алло. Алло, Руслан, подъедь, пожалуйста. Алло. Подъедь, пожалуйста. Подъедь, пожалуйста. Подъедь, пожалуйста, на сделку. Подъедь. Подъедь, пожалуйста. Да, да. Да, да. Подъедь, пожалуйста. Ну да, подъедь. Ну да. Ну да, подъедь, подъедь. То есть я, ну, отцу позвоню, отцу. Он, ну, он дежурстве. Он дежурстве. Звоню, подъедет. Давай. Давай. Это он в дежурстве. Давай, давай. Он в дежурстве. Давай. 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 Он там на деньги. Да. Давай, давай. Подъедет, подъедет. Он одет. Он в дежурстве, пап. Давай. Он в дежурстве. Будьте сидящие. На машину посмотрите. Не, пойди, пойди, короче, на ребенка. Задать он порвал. Молодой человек, сидит, сидит, сидит. Молодой человек. Да. Что случилось? Что произошло? Так мы доехали до него. До куда? Мы доехали до него. А откуда куда ехали-то? Мы ехали, короче, вот ну, оттуда с дороги. Ага. Как так у вас получилось? Мы ехали, ну, до вот за машиной. Дальше было. Вот мы доехали. Вот как бы машина ехала. Волга. Вот мы ехали до, ну, до машины. За машиной. Все. Все, машина ехала до, ну, до машины. И все, мы доехали. Все. А в бордюр как врезались? Как бы машина ехала вот оттуда. Вот оттуда туда. И все, мы доехали до него, и все. В бордюр-то как врезались? Мы как бы ехали вот оттуда. Да правда. А что в каком состоянии неадекватно? Да поехали до отца, сейчас узнаем ночью, кто. Нет, на экспертизу, вы на экспертизу поедете? Да. То есть вы согласны проверить? Да. Не курить в машине? Может, дойдем до машины? Не надо. Свое состояние можно описать? Да. В каком состоянии? Нормально. Употребляли что-нибудь? Нет. Совсем? Не наркотическое, нет, ничего нет, не нет. Поехали до отца, сейчас узнаем. А почему вы в машине спали? Я не спал. Я ехал, там машина просто ехала оттуда. Вот оттуда ехала машина. Мы ехали, начали ее, короче, ну, объезжать. И все, мы объехали, потом машина ехала, всю встречу. А друг ваш? Он спит, пьяный. Пьяный он? Да. А вы? Я нет. Ничего не потребляете? Нет. Точно. Если, короче, сейчас меня будет снимать, ага. Вас как зовут? Если, короче, будете, ну, употреблять меня, если, короче, ну, он увидит, то все, короче, ну, просто, короче, ну, будете, ну, то, что снимаете, и, ну, как бы не имеете права за это, все, короче, будет, ну, просто будет, ну, снимай, снимай. Не курит в машине. Пойдемте, выйдем на улицу. Сейчас подожди, составим бумаги, поедем на экскурсию. Хотите на экскурсию? Да.